Уточнение и демонтаж 25 числа электрики должны сделать переключение. Вот те потребители, которые сейчас в той ТП, уже начали делать. Включая институт. Да, да. Да. Угу. До 25 числа они будут переключать. Да, да. То есть этот провод, который идет с дома, его как-то будет все равно убирать. Я имею в виду с того торца. Он будет убираться только. А скажите, третья очередь получается от нашего же, да, будет записана тоже? Ну отсюда или нет? Или отдельно. Отдельно у них там, своя. Там, здесь получается ТП только у наших два дома или еще какие-то? Два дома и мы, институт, и Петербург. Ага. То есть то потом демонтируется, правильно там? Ну то будет демонтироваться, начало того демонтажа, это будет начало июня месяца. До 25-го они должны переключить, потом это оборудование, которое там есть, Киевэнерго должно забрать себе, принять, оприходовать, и потом мы валим эту капу. Может тоже мы ее не валить будем, а разбирать. Может они скажут, что отдай нам панели, отдай кирпичи. Ну, так, все может быть, у них на балансе. Балансе. Сразу начинают придомовую делать, правильно? Да. Да, потому там, что тут же идет вот так по кругу. Так точно. Там, когда мы ее демонтируем, повытаскиваем их кабеля, они там вдоль дома проходят. Ну, вот тот участок тогда. И забор, получается, перенесется вот так. Да, и тогда забор развернется и будет примыкать к забору. А здесь будет как бы по плану, то есть объездная, так вот дорога просто идет. Ну, нужно ее отпускать. Инвестор уже сказал, ууа, поэтому мне не продавали квартиру, как всегда. Это будет с этой стороны, и я там какой-то просто на плане, я все не вижу. Это часть, когда выходит короче, мы платим. Третий дом вы имеете? Да, ну, просто доплачу. Как-то я что-то не очень поняла. Будем закрывать этот дом? Именно планка, да, сверху, вот и сейчас, ну, сейчас вот как видно. Ну, это если для тебя уже шло, да, там это рабочий проект, там как-то вообще не понятно. Я думаю, что, наверное, нам не перекроют. Нам же, ну, мы купили как видовую. Маем, что маем. Да, а скажите, еще там какие-то недоделки спрашивают? Какие? Записанные журналы. Ну, говорят, что люк треснут. Именно плохо квартирный. Сейчас наберут эти. Поставят бригаду. Вы подписываете два акта. Здесь один акт, и потом один киоверсовый. Вот здесь вот, как бы это вроде не в моих интересах, но мы всем говорим, и это правильно. Вот. Пока не устранят ваши, если они объективные, это недоделки. Понимаете, есть же такие недоделки, что ну, человеку просто захотелось. Не, ну понятно, что хочу, но есть определенные нормы. Я хочу, да, и все. Не, понятно. Ну, то понятно, что на это никто не будет обращать внимания. Но то, что если там, допустим, треснулся пакет, стеклопакет, это должны поменять однозначно. Если еще что-то, я даже не знаю, что там может быть. Ну там пишут люди, что какие-то щели. Если честно, я сама сделаю. Щель я не поняла. В туалете. Вот эти вент-каналы между кухней и туалетом, там реально смотришь, я не помню, на какой этаж мне, ну, я сама просто смотрела планировку, этот, и вот так вот видно, сквозь эти щели видно нижнюю квартиру. Ну я да, не знаю, что это. Да, там оно, вы понимаете, там вот такое. И какая-то идет тут железяка. Я честно не знаю, как так оставили ее, могли хотя бы что-то заляпать, ну просто, хотя бы для, ну, для вида. Просто вот видно, насквозь видно квартиру. Ну это на верхних этажах каких-то высоких. Будет так, Олег Витальевич, это вот бригада, будут замечания, они будут доделывать. Ну я думаю, что они написали, что это было давно, это я еще, мужик уже и устранили. Ну это... Не, я помню, когда был этот вопрос. Вот это моя вот посещение. Правда, вот щель, просто идет щель между этими венканалами. Вот такая какая-то металлическая перегородочка, ну, то есть она никак не перекрывает, видно все. Ну, подожди, вот по поводу боевого. Нет. А что ж, мы спрашивали, я спрашивала, но это должны что? Вот этот. Нет, подожди, может я что-то неправильно. По поводу паевого. Насилие, не насилие, что-то. Либо.
бы не знаю. А зачем оно? Вам надо, чтобы документы вам оформили. Так оно все же постепенно, все упирается одно в другое. Пока то не сделать не будет того, а пока то, а вот на вот то. А уже началась передача жильку или еще нет? Как бы сказали, что вот только сертификат и все, и сразу будет передача. Нет, оно начнется, ну правильно. А вы представители Рябкова? Только что? А, вы только наблюдаете. Рябхоз институт. Рябхоз у нас дальше. Да, ну мы. Сейчас мы за пару недель скрутим с ЖЭКом, ну документы, мы же не можем. Пока не было сертификата, мы ничего не делали. Вот. И... Алексей, слышишь, я вот тогда вам задавали вопрос про эти какие-то щели. Где там эти щели? Санузел, кто-то. Двухкомнатная санузел. Нет, это не санузел. Это... Ну да, санузел. Нет, это получается санузел и кухня. Там где вентканалы, типа. Это люди спрашивают, я лично сама видела. Щель. Если я бы, может быть, молчала, у меня нету такого. У меня вот. Но щель в том, что с верхнего этажа видно нижний. Получается, я клянусь себе. Я, это не моя квартира, мне как бы все равно. Давайте поднимемся, посмотрим. Я не помню. Куда? Ну это наверное. Вот этот стояк, это я точно, я не помню, какая квартира. Может видно, быть. Не может быть. Ну, я тебе клянусь, идут вентканалы, идут тут монолитные два этих, идет вот, вот такая где-то щель, между ними стоит какая-то металлическая, так, как ну, пластина, но она, ну, все равно видно квартиру. Я себе не видела это на свои глаза. Ну, я думаю, что они записали. Давайте, врачи, надо посмотреть. Я просто не знаю людей. Один сказала всегда. Просто надо будет посмотреть. У меня такого нет. У меня, ага. Все, у меня нет. Я специально обратила внимание. Но я думаю, что записали. Это было на какой-то встрече. Я просто хотела взять планировку и попросила с людьми поехать. Они ходили с вашим представителем, когда был этот. Они поднимались на исписание. Ну, это на верхних этажах. Это какой-то высокий. 19-й, 20-й. То есть это не низ. Я не буду врать, я не знаю. Я просто пошла, не двухуровненная, нет, это 54. Я просто пошла глянуть планировку. Ну хорошо. Как бы попросилась и все. Типа, но я же говорю, что... Ну ладно, хорошо. Мы с подготовкой на адрес вы говорили за документы? Но мы еще не подали, я не буду обманывать. Я думаю, что наконец этой недели подадим. Ну, просто собрание, как, да? Как везде были выходные. Как бы нет такого злого умысла. Мы когда это, когда сертификат получили фактически забрать? Ну, честно скажу, между ну, даже есть фотографии. Да, между ну, первым и девятым. Просто пятого. Ну, пятого, может быть, не сходить. Поэтому на этой неделе мы хотим. У вас там никаких заменок нет. На обучение адреса. Ну, все остальное разговаривали, да. А мы вообще их Олег Витальевич меня зовут. Директор департамента организации стоит. Вы Киеворство, да? Да. А у нас вот такая ситуация, я уже писала письмо, на Киеворскую жалобу. Девятая квартира. В курсе или не в курсе? Приходила на просмотр в субботу буквально и обнаружила фекалии посреди ванной комнаты. А дверь ранее, еще более месяца назад, писала жалобу, дверь взломана, не закрывается. То есть там постоянно обнаруживаю вещи, лежат, кто-то переодевается. Они сейчас туда ходят в туалет. Знаете, у меня просто нет слов для возмущения, я немножко остыла за выходные. Но я, честно сказать, я не знаю, какие же меры предпринимать. Более месяца обещают мне не дверь, чтобы она закрывалась. Там просто не пойми, что творится. Это все-таки моя собственность, будущее. Ну, я, поймите меня, что насколько мне это неприятно. Ну, хорошо, давай. Ну, я не думаю, что... А вот это как будто второй этаж просто. Очень удобно, понимаете? Не надо далеко ходить. Вообще ужас. Ну это надо взломать, ну брать, извините за выражение, вот эти крайние. Я уже просто не знаю, во что дверь включусь, я уже и в журнал охраны написала, и в журнал Натальи написала, там где просмотр проводится. Я 4 месяца ждал, чтобы мне поменяли перемычки на берегу. Врали, писали, что все сделано. Поменяли? Сейчас уже поменяли. Это очень честно. 4 месяца. Я перезвоню.
хотел бы ездить дома. Когда будет так? Знаешь, послезавтра приедешь? Я говорил, до меня Наталья приходила, сказала, что там есть проблемы. Я сказал, что в середу. Ну, я, в принципе, на завтра приеду. Сказал на середу, потому что, ну, вдруг там завтра что-то. Чтобы его тут поймать и потыкать, как котел, как строитель. Ну, там выйдет. Ну, это даже по человеческим нормам не упирается. Ну, это я не знаю, кем надо быть. По человеческим туда не ходят. Бык, ну, что ты его сделаешь? Ну, поймаешь, он... Чтобы быка без зарплаты оставить на месяц, в следующий раз кулечком бы ходил. Да, ну, ну, чисто по-человечески, ну, представьте. Я же говорю, если бы какой-то этот вон лесом, если уже там, ну, это же не то, что там, где-то в центре города. Ну, конечно. Просто ходить не захотелось. Даже уже, если, понимаешь, уже по каким-то, точно, чтобы... Ну, так пока все понятно. Ну, вот такие идеи. А подскажите, на ремонт все-таки, я не услышала. Ну, вот так, ну как обещаю, что ну, как обещали, ну, неофициально, а скажем так, к концу июня месяца, да. А что для этого нужно, не подскажете? Надо будет заключить предварительный договор с ЖЭК. Скажите, будут запускать это по... взаиморасчеты. Если, допустим, я оплатила независимо, да, сколько там человек изъявило желание. Если я этого хочу, я иду. Правильно? На ремонт? Да. Ну, имеется в виду, если 10% да, согласится. 10, да, то есть я так понимаю, что многие повыставляли, кто-то купил, инвестировал как для продажи. Там, не парят. Понятно, что им пол какой-то. Абсолютно. Так, я да. Живу платить сейчас 300 ежемесячно, 13. Я на встрече. У меня какая-то петля, понимаете? Ну, да. Муж работает на... Ну, давай я попозже перезвоню. И, да. И две квартиры. Давайте, потому что... Строители, понятно. Кому вы на ремонт возьмете, вы не будете, а эти выжимки не заглянете.